Всем привет, друзья! Вы на канале Гансу в горе от А до Я. Меня зовут Влад. На моем канале множество различных видео по данной игре, которые вам помогут играть и развиваться. Если ты впервые смотришь мои видео, обязательно подписывайся на канал. Я снимаю как образовательные видеоролики, так и видеосражения под красивую музыку с красивыми интересными вставками. Итак, сегодня я расскажу вам про донат, как донатить, когда донатить и как, чтобы получать кэшбэк в районе 50% от вашего доната. К примеру, мы сегодня будем рассматривать сумму 10 тысяч рублей в месяц. Я покажу вам три способа возвращения кэшбэка и суммарно и расскажу, когда можно будет донатить. Первый способ — это дебетовая карта Альфа-банка. На ней есть кэшбэк, есть супер кэшбэк, есть обычный кэшбэк и 1% на все категории. Так вот, у меня есть категория, у вас тоже должна быть, на 5%. Это вот у меня стоит на покупке в играх категория. То есть, ну, не на покупке в игры, на покупке вообще в играх, оно, ну, донат на любые игры там и так далее. Это 5%. То есть, получается, 10 тысяч, с 10 тысяч это будет 500 рублей. Также вы получаете, если вы закажете данную карту, и ее у вас нет, и вы ее закажете, по ссылке в описании 500 рублей вам начислится просто бесплатно. Вот, закажите, получите, и вам начислится. Доставляют данную карту в течение 1-2 дней в любую точку страны. Она бесплатная в обслуживании, все переводы по ней бесплатные, снятие наличных тоже бесплатно. Обычная дебетовая карта, не кредитная. Все условия вы можете прочитать подробно на данной странице. То есть получаем мы 500 рублей с данной карты. Кэшбэк с 10 тысяч 500 рублей. Они зачисляются каждое 15 число следующего месяца. Следующее. У нас есть по пятницам кэшбэк 30% с 10 тысяч. Это будет 3000. Не обязательно в одну пятницу это тратить. У нас в месяц получается 2, 3, 4 пятницы выходит. И вы можете потратить, распределить свой бюджет. Мы рассматриваем на примере 10 тысяч. То есть это 3000. Итого у нас получается уже 3500. Следующий кэшбэк, который вы можете получить, это тоже благодаря AppGallery. Если вы состоите вот в такой группе, в чате ветеранов, ну, кто донатит в игры, так и вот суммы от 10 тысяч выше, они, по идее, должны все состоять в данном чате. Или вы не состоите, но обязательно у вас есть приглашение в данный чат вступить. Тут есть чат ветеранов и акции ветеранов. Для ветеранов есть еще один кэшбэк в играх. То есть смотрите, вот бонусы для всех пользователей. Кэшбэк начисляется так, 50% за 500 рублей трат в приложениях. Это вот идет ровно на месяц акция. В конце месяца вы забираете и обмениваете эти баллы на купоны. Купоны вы сами знаете. Получается 500 рублей. У нас бюджет 10 тысяч. Смотрите, 10 тысяч мы делим на 500 рублей и умножаем на 50. Получается 1000, купон на 1000 рублей. Итого мы можем вернуть с 10 тысяч до 4500 рублей в месяц. Плюс получить там халявный купон на 99 рублей. Также обязательно в следующем видео я расскажу, как каждую среду для тех, кто донатит, получить купон на 99 рублей. Каждую среду выдает AppGallery купоны на 99 рублей для тех, кто тратит, ну, тратил в течение недели, там хоть одну покупку делал. Это я все тоже расскажу в следующем видео. Обязательно ставьте лайк или пишите комментарии, если вам нужно об этом знать. И там будет ссылочка, где вы сможете забрать данные купоны. Они ограничены, поэтому нужно будет успевать их забирать. Суммарно мы потратили 10 тысяч, из них мы смогли вернуть 4000 монетами, купонами и 500 рублей наличными. То есть это максимально выгодно, вкладывать
так на покупки, то есть мы, грубо говоря, всего лишь вместо 10 тысяч потратили, да, там 5,5, а еще что-то можем докупить. Да, мы возвращаем большую часть не деньгами, но кто донатит, они и в следующем месяце донатят, и в следующем. И так вы можете получать, донатить на любые игры, какие есть в приложении AppGallery, где присутствует донат, где присутствует повышенный кэшбэк 30% по пятницам. Также голосование на кэшбэк происходит вот в этом Discord-чате. Ссылочка на чат будет в описании. Также будет ссылочка в описании на карту Альфа-банка. Переходите, заказывайте, карты совершенно бесплатные, даже ради того, что вы, может быть, ей особо не будете пользоваться. Ну, 500 рублей халявными не бывает. Это, в принципе, один набор такой за 449 рублей. В игре вы сможете купить себе на халяву. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравился данный ролик, обязательно пишите ваши комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на канал.